Обрезка для заготовки черенков. Значит, сейчас я принял два заказа на черенки. После 11 мне позвонят еще. Я еще приму один заказ. Вот. Я сфотографировал. Сейчас посмотрю. Последняя фотография или нет. Ладно, поверьте мне на слово, не буду терять время. А что я хотел сказать? Значит, половина именно сорта Академика, вот уже надо совместить собирать. Все сорта абрикосов, это великолепная десятка, лучшая в мире, это мои, потому что они плюс ко всем роскоши, еще качественную настойкость, значит, они есть лучшие в мире. Проблема-то везде. Дагестан напишет, сидим без абрикосов, потому что заморозки убивают. Так. В Сочи вообще абрикоса найти не смогли ни одного дерева. А пытались же. И пошло-поехало. Везде одна и та же проблема. А здесь такое сочетание. И вдруг у меня оставалось 20 черенков академии. Ну, куда мне столько? Ну, не выбрасывать же, когда я обрезку делаю. Обрезка специальная. Ветку отрезаю метровую. Так. Оставляю 5-6 почек. На следующий год верхние 2, 3, 4 дадут чуть покороче, но мощные ветки. Это называется специальная обрезка для заготовки черенков, будущей заготовки. Так? Вот. И вдруг половина холодильник. Вон новый купил, еще 20 тысяч тю-тю. Вот. Чтобы туда влазили черенки. Холодильник. Холодильник, там 2-3 градуса. И получается, что им в темноте, в холоде проснулись академики. Вот, а теперь я выявил, впервые я выявил, что именно академики самые вот такие вот. Но, правда, они гибридные, их академиками называть теперь нельзя. Их родная мама не узнает никогда. Вот, теперь смотрите. Вот это означает, что... А на деревьях я показывал, еще ни одна почка не проснулась. А в холодильнике проснулась. Вот как бывает. Еще немножко могу вам продать. У меня еще, если все сложить, вот такой веник, только абрикосов. Ну, 100-150 черенков еще есть. Вот, еще надеюсь. И ускоренная почта, и некоторые обижаются. Я говорю, 500 рублей отдадите за пересылку. Скорее всего, будет 600, 700, 800. Я доплачу, не разорюсь. Но вы получите через 4-5 дней, редко 6, ну, на выходные попадаете. А бывает и 3 дня, люди удивляются, я сам не понимаю. Как они теперь на ракете довозят? Вот. И получается, ускоренная почта, она дорогая, но спешить надо. Вот это я хотел сказать, показывая вот эту фотографию сегодняшнюю со снегом. Еще не поздно. Вот. А это я делал 19 марта. Это почти месяц назад. Это уже сгорело. Вот. Персики, которые составили бы славу любому академику. Вот. Им дают звание, видимо. У нас сейчас время такое. У меня такое впечатление, что выдающимися людьми назначают. Вот там. Мы тебя назначаем выдающимся. А тебя мы назначаем талантом. А тебя гением назначаем. Вот. Ну, можно сказать, очередь существует там, выслуга лет. А вот так взять вот эти вот черенки, и через 3 года, причем наглую, 1000 косточек абрикосов посадил. Внимание, это что, я снимок делал? Видите, все подряд зашли. 1000 косточек абрикосов посадил, так, 300-400 черенков персиков у меня выписал. Если в начале зимы, я бы обеспечил. Они разошлись так понемножку, по 2, по 5, вот. И лучший сад с персиками, который выдержит любой климат, даже в Челябинске, в Магнитогорске, то есть до Урала и весь Запад, уж 100% в это. Ну почему это вам не надо? Я бы на вас заработал. Я вам продал 300 этих самых черенков, я бы заработал по 200 рублей. Я сейчас злюсь на науку, я бы не стал делать скидки. А может быть, расслабился бы. А может, написали бы персик железо, тогда вообще просто бы продал. Вы тщеславные люди, садоводы. Вот. Хотим идти в вечность. И вот. А звание железовского там персика, это уже ход в вечность.
И вот тут же, и тут же идите за Нобелевской премией, потому что вы все знаете, что такое Сибирь, они у меня не укрытые растут. Все знают, что такое холодная Россия. Да еще прививки на манжурском абрикосе. Ну, вообще их убить невозможно.